Для того, чтобы проверить оригинальность изделий, необходимо загрузить на ваше мобильное устройство приложение Valtec. С помощью него вы сможете отсканировать квадратный QR-код, который находится на инжекторной рейке. Проверка осуществляется для изделий, изготовленных не ранее 2019 года. На данный момент приложение работает только на платформе Android. После скачивания приложения откроется окно регистрации. По умолчанию установлен итальянский язык. Вам нужно нажать на первую строку и выбрать «Руссо». Далее заполните все строчки и нажмите кнопку «Зарегистрироваться». Проверьте электронную почту и нажмите ссылку в письме, чтобы подтвердить регистрацию. После этого нужно авторизоваться в приложении. В левом верхнем углу нажмите на кнопку «Меню» и перейдите в раздел «Чтение инжектора». Нажмите кнопку «Отсканируйте меня» и наведите камеру на QR-код на рейке. Если изделие не является оригинальным или было изготовлено до 2019 года, вы увидите на экране «Код не признан». Это не продукт Valtec. Если рейка оригинальная, то приложение подтвердит это.